Так, что здесь у нас? Обрыв, что ли? Так. Ой-ой-ой! Прямо на ходу, и мы на парковку едем, смотри. Читингом. Над вертолетом, а прикинь, в него бы. Ребята, это канал Друши не Друши, сегодня мы играем в GTA 5. Продолжаем машины угонять. Какую найдем сейчас? Давай, парковка. Так, это, по-моему, мы любим такие понты. BMW. Что это? За BMW. 850 Ай, купе. Посмотри, какая она такая, прям вообще резкая, четкая. Сзади почти места нет. Электронная приборная панель. Да. Что там? М? М850i. Кто у нас спросил? Егор. Конечно. Кучу машин вы нам последний раз накидали, прям не знаю, сможем. О, ты что, да, сможем ли мы все это снять, но не знаю, ребят. О, страшно уже. Что он разбился? Давай, наваливай здесь. Что, обрыв, что ли? Вот это! Ребята, придерживай, разобьемся сейчас. Опа. Мы сбили женщину, прости. Это ради видео. Да, ребята, это всего лишь игра. Так, ну какая машина! Красивая, все-таки BMW красивая. Ну и Audi, конечно. Да. А вот Мерседес, на наш взгляд, не всегда так хорош, но мы сейчас тихо-тихо. Не. Бэшка есть бэшка, конечно. Так, БМВшка. Что у нас здесь? БМВшка, БМВшка, пельмешка. Так, что здесь у нас? Обрыв, что ли? Сейчас звук такой, типа, ролиды, да? Мы здесь, кстати, не выскакивали никогда. Звук такой ролиный, такой. О, печатал! Выполнен! Это редко бывает. Выполнен! Ребята, мы вообще здесь ни разу не прыгали. Ты помнишь, что мы здесь из туннеля сразу прыгали? Нет. И прямо, кстати, смотри куда. В кастом. Сразу в кастом сет. Нет, такого не было. Ну, это эксклюзивчик прямо. А то у нас все одни и те же места. По-моему, в прошлый раз Василий, мы тоже... а мы еще в какой-то второй ездили. Просто разбито. Помнишь? Да. 6000. 329 ремонт стал. Тормоза. Дороговато. Так, свет. Давай какой-нибудь интересный. Косарь дорого для света, конечно. Так, матовый выбрали. Смотри, подсветка, днище. Тысяча сколько в рублях? Не знаю, 1088-90. Ну, хороший. Дороговато, кстати. Вот для машины краска дороговатая, если честно. 100 000, 200, это, мне кажется, для машины это слишком дорого. Не, ну за 100 000 перекрасить... Это мы пленку затянули. А просто обычный цвет 100 тысяч, мне кажется, это много слишком, да? Пленку затянули, реально. Мне кажется, сотку это много прям. Для такой тачки это нормально. А для самой дешевой это дорого. Так, ребята, погоня началась. Матовая пленка. Оу! Забыл, как там цвет называется. Ну все, стой, все, зажали. Так, можно будет прыгнуть, но мы пойдем направо. Направо поедем. Красивая купеха? Да, прям крутецкая. Крутецкая, новая, кстати. Года 22-го. Да, опа. Так, а куда поедем? Лобовое место. Ой-ой-ой-ой-ой. Что, уже бампер отлетел? Отлетел бампер уже. Звук, да? Да. Все-таки у BMW звук движка, это прям огонь. Так, что у нас здесь? BMW. Пострелено. Что это было? И это что? И заднего нет бампера уже. Так, без бамперов тачка. Окей, заднего стекла нет, бокового тоже. Руль, да? Видел? Да. Обрезанный такой. Опа. Опа. Как мы ездим-то так? Америка, Европа. Подсветка, кстати, нижняя, по-моему, горит до самого... Пробили колесо. До самого конца горит подсветка, кстати, никогда не тушит. Хотя, если ударится днище, может и гасит. Не проверяли никогда. Тихо, вот это вот, да. Там кто-то побежал машину нашу воровать, нет? Так. Все, значит, сколько у нас колес пробито? Одно, правое, заднее. Что тут за движуха? Смотри, что происходит. Давай я сейчас резко тормознем.
Вот так, хорошо, он подразбился. Тут просто так коснулись. Так, по-моему, задние колеса пробиты. Оба задних колеса пробиты. А она у нас заднеприводная. Это нехорошо. Видел? Какой кульпит. А вот там в конце помнишь, что будет? Кто там будет все? Там же мы обычно летим, да? Так, тихо, тихо. Здесь придется ускорение. У нас нет ускорения. Придется читингом. Читингом! Над вертолетом, а прикинь, в него бы. Дым! Из капота. Интересно, будет взрыв или нет? Нет, смотри-ка, выдержала. Молодец. А льется, да? Льется уже. Это значит... Фикс-фикс нужно делать, да? Или... Да. Ну, можно не делать. Сейчас посмотрим, сколько она проживет. Раз льется, значит, огонь пойдет. Смотри. Бензин. Льется и искрит колеса. Это все, значит, сейчас загорится. Бензин плюс искры, сами понимаете. Равно огонь. Да. И колеса разбиты все, кстати, да, по-моему, уже все. Удар. Бензин плюс искры из-под колес. Это значит, будет что-то очень страшное сейчас. Вот о чем я и говорю. Надо уезжать. Машина объята огнем. Так. Ой-ой-ой! Прямо на ходу, и мы на парковку едем, смотри. Ой-ой-ой, фары горят. Это удивительно. Давай подъедем поближе, чтобы тоже охватило этих товарищей. Давай, 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 подъезжай ближе, подъезжай ближе. Ну, подъезжай ближе. Подъезжай ближе. Перекинулась. Перекинулась 16-клапанная. Вылезай пока сами там. Наша потухла машина. Интересно, она взорвется или потухла? Бывает, знаешь, вот горит и потом тушит. Но, что тут у нас? Здесь тоже поближе подойдем. Чтоб цветная реакция была. Смотри, сколько полицейских на карте. Почти весь город за нами. Да. Он засмотрелся уже просто на игру. Да? Да, прям уже. Полицейский уже начала говорить, о, смотри. А потухло. Колеса лопнули. Давай возьмем у них. Свеженькую. Давай. Свеженькую возьмем. Ох, подсветка какая у десяточки. Опа, все-таки красивая подсветка такая. Погнали, погнали, ребята, погнали, ДПС. ДПС в деле, пробивай. Вот это да. Нам надо все равно от них как-то уходить. И еще удар. Поехали. Дель Перро. Лос-Сан. Перро, да. Перро. Я чувствую, сейчас будет прыжок в воду. Да. Там заканчивается дорога. Удар. Ушел. Хорошо. Простите, тут придется так сделать. О, да, вроде, да. И теперь ускорение за борт. Машина наверху осталась, а мы нырнули. По-моему, мы потеряли сознание. Да. А это значит, что на сегодня... Это все, ребята, если вам понравилось, это тачка BMW 850i. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Игорюшин. Не забудьте, мы сыграем YouTube и Дзен. До новых встреч!